Брюмастер забирают себе, но OGD сбалансировано, это точно. У спиритов необычно. Мне, друзья, честно, сделать выводы очень тяжко здесь. Карта была. Вот. Хотя Дональд тоже не против за спиритов. Ну ладно, поехали. Нами нападает. Вот как мне нужно медведя контрить. Вот так вот его нужно контрить. Смотрите сюда. Сюда просто уехал. 1-0. Забирается Мирослав ФБ. Наверное, нет. Вгрызаются у нас вами опять. Посмотрите, что происходит. Заплевывают медведя. Вот так вот медведя убирает второй раз. Медведь вернется на линию сейчас Ами, а у него будет целых 70 секунд КД. Пангольера, чтобы не нажимал Рулин Тандер, да, круто смотрится. Будет заставлять покупать или ранее БКБ, или же сейчас. Ксенкью может умереть, Пимпошка выживает на соплях. Там у нас наказывает Мирослава. Коллапс остается жив. Что происходит здесь? Здесь вроде бы все живые. Фейбьян клепает, пивасик набросил, бласт умирает. Тут все живые, все здоровые. Ладно, 2-2 становится у нас. Знаешь, по всем ультует и делает ультра кил у нас. Ну, опасно. Опять взлетает, слушай, Ксенкью. Я Тора, куда разворачиваешься, братан? Куда разворачиваешься? Там пивасик у нас умирает. Минус Фейбиан. Фейбиан отправляется в таверну. Я Тором на характеристике нажимаю. Пипошка делает дабл кил, прекрасно, спириты. Итак, давайте свой взор обратим на мид. На беду у нас Торонто. 2400, шестой уровень почти. Nothing to say, 2000. Немножко проседает, и то раздох все-таки, да, у нас. Ну вот он сам там оставался. Что, хватает урона по Торонто? Серьезно? Ами нажимает форму, нажимает ру форму и живой. Вань, спасибо тебе и по твоему тренеру. Раз стараться, дорогой мой. А там, смотри, что происходит. Убивает Ксенкью. Здесь продолжается суета. Торонто, фисты, сколько когда не вижу. Есть фисты. Ха-ха-ха. Минус Роллин Тандер еще. Ну да херня. Когда не очень большое, но все равно неприятно. Да, движуха, вот это темп. Слушай, 8-я минута, уже у нас 16 киллов на карте. Это еще не конец. Нападает на Y, минус Y, 17 киллов на карте уже. И Фейбиан разложился на Мирпошиче. Разгоняет его Мирослав. Кирпичик долетает все-таки, убивают его. Продолжение погони за Мирославом. Прямо успеть скоро кончится, но возможно кончится и Мирослав. Раньше еще не знаю, умирает Мирослав. Фейбиан фул хп, мана. Мана есть, будет клэп, не будет. Вот теперь будет, и нужно отступать. Там Ксенкью крипа захиливать, чтобы крипа было, била вверх. Вышка Торонто замедлен очень сильно. Уже Ами подошел, Торонто выгоняют. OGD принимают такой темп игры. Мне просто кажется, что такой стиль игры — это не стиль игры спиритов. Вот, это не их игра. Они такое не любят. Ну, посмотрим, как они выйдут из этой ситуации. Неприятно, Торонто умирает. Минус Торонто, Мирослав убегает под нэшем. А вот коллапс пришел, вот оно. Вот он, козырь в рукаве команды Team Spirit, который должен вроде бы помочь. Есть свэчбакл, OGD давит. Вот это да. Да, кто поставил на тотал больше по киллам, там, наверное, уже все. Шампусик открывает. Итак, Рулин Тандер, слушай, на Финтусе нажимается. Корни вылетают. Прекрасно. Мирослава закрывает. Мирослав умирает. Дальше полетели, нападает Мипошка. Мипошка попали. Мипошка горит, умирает. Также Мипошка. Минус 2 делается пассажир OGD. И также придачу еще вышка падает у нас. Воу! И Ятора умирает ли? Бласт, да, умирает. И вот с таким тяжелейшим началом он уже вырывается на второе место. Ятора 0-3-2. Ятора не может с командой драться. Фишка медведя в том, что... Фишка в медведя в том, что он умирает от Торонто в соло. И нет, Мипошка там еще был. Да, посмотрим, как это было. Итак, они вот на него так напали и запинали. Хорош, хорош. Сайленс, труформ не нажать. Не залайфстилец. Тут на Финтусе пытается пробить на Финтусе. Получил эперстрайк, катается. Ему нужно, наверное, улетать. Но он продолжает драться. Приходит от Торонто. Фистами выдает. На Финтусе кончается действие вайперстрайка. Коллапса пытается спасти. Фейбиан праймоспит уже был использован. Умирает коллапс. Вайчбакл на Финтусе по нему прошелся. Умирает Мирослав. Минус 2 делается. Там Торонто. Че уже выходит по килам вперед у нас. За Ами, да, он не проседает. Вот разница там 1500-2000 остается. Итак, драка начинается. Мистер Фэри на Фитосай можно очень быстро бить, убивает. Хорошо, на Уай нападает. Уай. Курса работает. Мирослав даже, наверное, умрет. Торонто нажимает БКБ. Я Тора. Есть Эклипс, есть БКБ. Мишку нужно бить. Мишку нужно убить. Мишку убивает. Хорошо, спириты, молодцы. Минус 2 сделали в размен на одного. Медведя еще убили. Плюс 300 упало на карман. Все, я здесь извиняюсь. Извиняюсь. Там у нас начинается микс-файт. На Фитосай покатился на Рулин Тандере. И спириты бежать, 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 бежать. Диффузики, ну ладно, Мирослава оставляют, да, или кого-то еще.
Мипошку еще цепанули, смотрю, да. Двух саппорт, видимо, бьют, он тогда нажимает чины, пытается Мипошку подсейвить. Подожди, все еще выживает, подожди, все еще живой, бьют! На Фентусея забирает, прекрасно, Фейбьян разложился. Мирослав все еще живой, до сих пор забавно, да, как Вайпер Страйки пытаются панду пробить, панда! Но он может прервать его и разложиться еще раз, раскладывается, ставятся курса, сочнейшие курса. Ятора бьют коллапса вместе с Мипошкой. И сейчас будет ужас. Мюстик Флэр, Труформ работает, Коуден Брейс будет умирать, коллапс стоит. Эклипсик делится на всех. Этого мало, Ятора умирает под БКБ. Физуха его пробивает дальше на Торонто. Торонто вылетает, или Баш, да, Баш, видимо, вылетел по нему. Минус Торонто, Фабиан, внимание, Годлайк уже 9-1-8 у человека. Спириты, внимание, нажимают, смоки. Бегут в Рошпит, успеют ли они, неинтересно. Спириты подбегают, Рошан очень быстро падает. Чины зафокусили пока что, Уай нажимается Мистик Фуэр. Уай горит, Уай умирает, Рошан падает. А Еги Шарт копьёчку ПСЖ ждет. Торонто забегает, БКБ, все, нужно уходить. Делать нечего здесь больше, ребят, просто уходите. Эклипс остался, БКБ осталось, нажимается Моми, который пытается убежать, убегает. Торонто тормознули его курсой, Рулин Тандер прекрасный, минус Торонто. В итоге Торонто на Уай его байбек и опять же Аегис копилочку команде PSG LGD. LGD бегу, спириты драться нельзя ни в коем случае против Аегиса, тем более принимать бой вне базы, это вообще категорически запрещено. Мипошка, так, ну выбили Primal Split, это что-то уже, но видимо ценой жизни Мипошки Фабиан у нас накладывает бессилие и минус Мипошка. Ой, Мирослав под фокусом находится, Мирослава лупит, Мирослав, он лэш нажимает, пытается уйти, ставит курса, коллапс там. Что ты видишь, сколько там его креть можно просто, как он его быстро бил. Это что сейчас было? Это он под рором похоже, да, был или что? Фабиан побежал развлекать. У Ами есть медведь, да, еще есть один, да, медвежка у него. Мишка попытается бить, нужно ему быть застрочен, нужно стрелять побольше. Вторая сторона рухнет, минус вторая сторона есть, все. Забирает ее пассажир LGD. Тут дотика Orange Barak. Здесь, ну, доберут, если выиграют драку. Включаем байбеки. Полетели. Тут у нас война пустоты. Они лопнули. Но тем временем Ами у нас занимается более важными делами. Он лопает и героев, и стороны. Милично Барак почти упал. Вешается Эбисал. Коллапс почти умер. Прожимает БКБ, пытается убежать, убегает. Медведя далеко Ами опустил. Не медведь будет, если что, готов. Ну, тут бараки уже попадали. Все. Все. Есть мега крипы, друзья. Даже, мне кажется, лучше, чем Луна ломает. Такое ощущение, он эти базы. И медведь пошел у нас просто тир-4. Вот посмотри на это. Это тир-4? Или что это такое? Или как это называть? Рор нажимается, Мишка живет. Нажимает Струформ, чтобы Ами не помер у нас. На всякий случай медведь КД. Да, 80 секунд. Но пока что пытается сохранить. И вот сейчас нужно бежать. Просто бить ром. Бам-бам-бам-бам. GG 1-0 за командой PSG LGD. Поехали, друзья. Начинается вторая карта у нас финала или гранд-финала, как хотите. Вторая карта от того, что произошло. Хорош. Давай смотрите, как это было. Итак, легендарная связка. Мирослав коллапс. Они опять продолжают мучить китайцев. Минус делается. 1-0. Вот так вот сделали. Спирит ФБ врывается на алхимика. Эсполс есть. Сюда его. Остановить нужно этого молодого человека. Нету грыва сюда. Эти проспал килы, но мы можем отмотать. Ничего страшного, чины есть. Да, и затыкал на опыте Торонто. Сюда идем, а вы говорите Торонто. Молодец Торонто, еще одно убийство. Ами умирает, коллапс его забирает. Киллинг спрю коллапса, ребят. Так, опять на лай врывается. Диспоуз будет. Коллапс наплевывает. В итоге лопается Мирослав. Коллапс отошел, что у него ботл не полетел этот. На этом кусаде у него возвращается в мид. Торонто сейчас ему покажет. Покажет, как его друзей бить. Братик, я себе комп опять, короче, собрал. Хороший за комп. Давай, хвастайся. Тут гречка полетела. На Торонто, что-то Торонто. Ну, там 10 тиков фарик есть. Может успеть нажать? Давай, этот не нажимает. Не успевает. Он просто не вышел из стана и все. Синкью забегает, фисточины по Торонто. Неплохо задувают его. Есть АСПС. В итоге на Финтусей раскрутился, закатывает сюда. Но Мирослава не убьют, ладно. Остальные вроде бы все воины живые. Ятора пока отстает на 800 монет у нас от Алхимосика.
Так, Торонто у нас чинит. На Финтусе тормозит. Мирослав, АСПС. Туда его. На Финтусе, ну Грейв, вот он, да, тут проблемные. На Финтусе что, улетит? Успеет улететь? Неужели успеет? Улетел, обалдеет. Захиливается ботл на базе. Нападает на Мирослава. Блочит его пенечками у нас. Фура, Мирослав выживает. Но тикает там какой-то ед. Он понимает, что сдохнет. Прыгает просто вперед. Замедлит противников. Торонто хорошо. Минус Вай, минус Фейбиан. И Ксинкью, ну Ксинкью. Что по чинам, чины, КД долго еще будет. Ну понятно, что все ошибаются. Друзья, и проигроки в том числе. Все люди. Просто они ошибаются меньше, чем мы, намного. Итак, врывается Мирослава. Мирослав в диффузике работает. Мирослава все-таки не получается пробить. Прилетается вся команда Team Spirit. Алхимика не трогают, вот это беда. Алхимик неприкосновенный пока что. Он фармит, фармит и фармит. Ребят, нужно его останавливать. Но пока не пвпшится, это на руку пассажиров GG, который залетает. Но там Шоуд Краш работает, брони очень много. И вы знаете, на Финтусе не убили. Приходит даже Амина файт. Смотри, побежал Ами. А тут все красные такие, какие сочные все, а. Ами хочет их. Также и они Ами хотят сейчас попробовать пощупать за вымя, но Ами... Ами крепкий, рейдж работает. Там убивает Торонто, умирает Ярослав. Фитур догорает также, Ами делает дабл килл. Это ой, это пипец как хреново. Сделал Ами дабл килл, минус пипошка. Три бул килл делает. И алхимик просто взлетает по нетворсам. Становится 10 тысяч у него. Так, ладно. Етора нашли, БКБ нажимать, телепорт нажимать, улетает. БКБ телепорт, Етора, БКБ телепорт, БКБ телепорт, БКБ телепорт, БКБ телепорт. Почему не нажимаешь? Ну что это? Драться будешь? Серьезно? Неужели ты думаешь выиграешь его? Ладно, Фабиана убивает. Окей. Но сейчас же кончится БКБ, дорогой. Ну зачем же это? Нужно было БКБ телепорт и все. Так, тем временем Колба нажимает. Скалавт прожимает БКБ, откидывается вайпер страйком. Раскручивается Колба, залетает Етора, но без ГДСа. Пока что и ГДСа не будет еще 80. Подожди, он нажал его снова под ГДСа. Он так мало бьет? Серьезно? Он под ГДСом, и он так слабо бьет по алхимику. Обалдеть, Кираса дает свои плоды. Охренеть просто. Я думал, он без ГДСа, а это он с ГДСом его так бьет. Это караул, братцы. Минус тир-2 вышка. Так, Ксинкью залетает. А, Миколбочку откидывает по Мирославу. Мирослава поймали, минус Мирослав, найс. И теперь можно бить сейчас LGD Storm. Первую сносить. Я, наверное, уже, если вы не против, включаю байбеки, да? Я ж на спирита грузил. И против секретов потом сюда поставил. Ой-ой-ой, Яторыч. Нажимает Warcry. БКБшка. Мирослава нападает. Ксинкью цепляют здесь. Ксинкью, Грейв и Форстаф. Это еще выживет, что ли, Макропир. Ну, убить хотя бы Ксинкью. Ладно, убивает. Там еще приморозился у нас Ами. Выкупается Ксинкью обратно в игру. LGD хотят биться. LGD хотят крови. Ами бьют. Можно, можно, можно. Но БКБ. БКБ Грейв, возможно, поторопился. Хотя казалось, что он сейчас умрет. Но в итоге не умирает Ами. 1,5 миллиона долларов у них. А у спиритов 750 тысяч. Но подождите. Подождите, еще не вечер. Коллапс БКБшки. Сбоку сейчас будет спириты нападать, наверное, да? Но как-то недолго очень думают. Коллапс кончается сейчас БКБ у него, и он остается здесь, получается. Хотя там алхимик взорвался, но прилетает сюда Фабиан. Спириты просто вышли и не напали. Итора уже, похоже, в альтабе сидит. Начнем с демонтажа, ну а там уже посмотрим дальше. Подумаем. Выкупается Коллапс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И еще и туда Торонто убьют сейчас, минус Торонто, он с байбеком. Как-то два кила очень легко отдают, который залетает сбоку, получает спруты. И находится пол своего БКБ в спрутах. И БКБшка кончается, даже больше, чем пол БКБ. Почти все БКБ поставил в спрутах, умирает Итора, которая с байбеком, но будет без ГДСа и без БКБ. Но нужно выкупаться, биться все равно. Умирает Мирослав, тут пока никого не убили. Все еще спириты, забежал далеко Панга. Панга отъезжает, откисает. Пока что Пангольер, мид все еще стоит. Миличный барак выставлен, прожимается Глиф, возможно, зря, возможно, стоило на мид его оставлять. Ну ладно, Етора опять застрял здесь. Топорик перекладывает, БКБ отложил в сторону. Гречка его форстав и помогает команда. Вторая сторона, все. Все, вторая сторона, все. Минус вторая сторона. Спириты пытаются, пытаются что-то это делать, но не хватает им сил. Но он поднимается и без рейджа. У него есть Таегис, у него за спиной стоит Дазл, который нажимает прекрасно кнопки. И есть также БКБ, но БКБ он жать, видимо, не хочет.
Ну, там Грей, побейте еще у химика, попробуйте. А он в это время вам ломает миличный барак. Все, мега крипы. Итак, последний бой, наверное, начинается от спиритов. Торонто летает, развлекает Ксенкью, кастует Сурлин Тандра, слышу, от Нафинтусея покатился Нафинтусей. Бочка раскастовывается, Торонто летит за ним. Торонто тормознули по СББК, Торонто умирает. Минус Торонто появляется, обратно возвращается, отхиливает спириты. Там тем временем Тир 4 бьет у нас Фейбиан и... А, Мел ломает Тир 4 вышку. Поймали коллапса, баш получает, просто откидывается, врывается к Ксенкью. Мирослав залетел на характере, вперед его тосует туда, прямо в логово врагов. Коллапс форстафается пикой, выживает. Трон все еще стоит, Фейбиан лупит у нас мипошку, Фейбиан бьет трон. Там бьется Ятора, GG прописывается, хорошо сыграно. Грац, пассажир LGD берут реванш за проигрыш на интернешнале у команды Team Spirit и побеждают их два раза за турнир. Начало в группе было 2-0. Ну и гранд-финал тоже 2-0.